В декабре 1945 года 5 торпедоносцев ВМС США, Рейс-19, вылетели со своей базы из Флориды на учебное задание. Через несколько часов экипаж, состоящий из 14 человек, пропал. Таинственное исчезновение произошло в тот момент, когда самолеты вошли в Бермудский треугольник, это акватория площадью до 4 миллионов кварталов. Она расположена между юго-восточным побережьем США, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Согласно новой версии, Атлантический океан, в котором находятся Бермуды, появился около 175 миллионов лет назад после раскола сверхконтинента Пангеи. Обломки литосферных плит погружались в мантию под океаническим дном, опускаясь на глубину до 600 километров. Возмущение потоков мантии привели к тому, что часть этих обломков поднялась обратно, образовав не только Бермудский архипелаг, но, вероятно, и ряд других островов в Атлантическом океане. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.